Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Краснодаре на стадионе «Кубань», где совсем скоро начнется матч 23-го тура Мелбет первой лиги. Битва за выживание, в которой сегодня принимают участие «Кубань» и «Велес», он же капитан команды Юрий Нестеренко. В обороне также слева направо 96-й Александр Смирнов. Пятый Александр Поздняк. Смотрим за первой атакой в исполнении крылатых быков, которые очень окрыленно смотрелись в прошлом матче. И снова опасный момент. Как будто бы не завершалась баталия с нефтехимиком в Мелбет первой лиги. Угловой. Цалагов. Подача. Скидка. Даже скорее удар. Намертво фиксирует мяч Петр Косаревский. С ним очень интересное интервью вышло. И в «Велесе». Снова он атаке ширину придает, получает мяч. Тут же прострел в штрафную площадь. Бацуев, удар! Нестеренко фиксирует мяч. И Лаук, если налево переместится, он пока справа получает мяч в штрафной. Удар, рикошет и гол! 1-0! Максим Лаук! Он скучал по этому чувству, пьянящему чувству радости от забитого мяча. Он долго лечился, он долго форму набирал. Насколько же важный момент для Максима Лаука. 1-0. Атака правым краем на широком шаге мчится вперед Лаук. Он уже в штрафной площади. Лаук, прострел! Опасно! Удар! 2-0! Замбала Цалагов! Гол плюс пас Максима Лаука. Роскошная контратака. И прекрасная реализация моментов сегодня у коллектива Андрея Сосницкого. Гаджиев и техничный резкий Саркисян. Ошибается Абдуллахи. Внимание, удар! 3-0! Нури Абдоков! Третий подряд гол! В третьем подряд матче в 2023 году. Фатальная ошибка Самину Абдуллахи. Подкараулил его Нури Абдоков и прокатил мяч мимо Петра Косаревского. Очень рационально, очень эффективно пользуются чужими ошибками сегодня подопечные Андрея Сосницкого. И убийственно реализуют свои моменты. 8-й гол в сезоне для Нури Абдокова. 3-й гол сегодня. Не дотянулся до мяча Абдуллахи. Абдоков напомнил всем, что он и Махатадзе. Акцент атаки направо смещает. Сидоров под левую. Удар! Косаревский! Обязан был забыть про счет на табло. Обязан был команду спасти, хоть и удар. Теле мяч, утраченный Киртановым партнеры. Абдуллахи, подача, опасно, удар! Гол 3-1! Не будет такого счета. Сейчас, по крайней мере, не будет точно, поскольку бригада арбитров фиксирует положение вне игры у Евгения Песикова. Да, гол засчитан. Самин Абдуллахи, голевая передача, Песиков ее замыкает. Не уследили за Песиковым защитники, в частности, зачем-то к центру побежал Максим Сидоров. Со спиной тот оставил Песикова, удар в касание, сложно было команду. Прострел, удар, Косаревский! Без вариантов для обострения, зато за него этим занимается Кабахидзе. Лого, прострел, удар, 3-2, Джамал Дибиргаджиев! Обеспечивает нам очень-очень интересную концовку. И насколько же стремительно сработала замена Артема Куликова. Ираклий Логуа, голевая передача, Джамал Дибиргаджиев, оказавшийся удивительным образом в отнюдь для него нетоскливом одиночестве в центре штрафной, забивает, ну, условно говоря, в стиле Замбалата Цалагова. Подача выбита! И финальный свисток! Кубань одерживает победу со счетом 3-2. Первую победу в 2023 году. В тяжелейшем матче, который мог значительно проще сложиться. Но пока еще полноценная игра в обороне не выстроена Андреем Сосницким.